Казахстан – огромная страна в самом центре Евразии, где древность соседствует с современностью, а восточные традиции с западным модерном. История и уникальная природа Казахстана приведет в восторг и, несомненно, впечатлит любого туриста. В последние годы интерес к Казахстану как к туристическому направлению заметно вырос во всем мире, в результате чего непрерывно растет спектр услуг, предоставляемых местными туроператорами. Сегодня в Казахстане развиты практически все существующие виды туризма. Путешественникам предлагают большое количество маршрутов по всей территории страны. Однако жемчужиной Казахстана на туристической карте страны является, несомненно, Туркестанская область. В благодатном оазисе южных степей, обрамленных словно короной, горными вершинами заснеженных отрогов западного Тяньшаня, на стыке кочевой и оседлой культур существовали и оставили свой след древнейшие цивилизации. Веками по земле Казахстана проходили караваны и пути из Китая, страны Ближнего Востока и Европы. На всем тысячекилометровом протяжении караванных путей остались древние города, которые привлекают туристов со всего света. Огромный вклад в развитие туристического потенциала региона вносят туроператоры. Представители туроператора Жанатала организовали для коллег из ближнего и дальнего зарубежья информационный тур по самым интересным, привлекательным и сакральным местам Южного Казахстана. Цель – объединить туристические маршруты сразу нескольких среднеазиатских государств. Компания «Жанаталап» на рынке туристических услуг 7 лет и уже завоевала репутацию солидного и надежного партнера не только среди южноказахстанцев, но и среди иностранных туристических компаний и гостей Казахстана. В «Жанаталап» работают высококвалифицированные специалисты, оказывающие все виды услуг по внешнему и внутреннему туризму. В последнее время компания делает особый акцент на развитие внутреннего туризма, чтобы как можно большее количество казахстанцев познакомились с различными регионами республики и могли воочию увидеть неповторимую красоту родного края. Чтобы поднять качество оказания услуг на еще более высокий уровень и предоставить клиентам полный пакет услуг и самые разнообразные туры, которые будут включать поездки не в одну страну, а сразу в несколько, руководство «Жанатала» пригласило туроператоров из Кыргызстана, Узбекистана и нескольких европейских стран, чтобы познакомить их с главными историческими достопримечательностями Туркестанской области. Первым объектом посещения представителей туристической отрасли стал древний Сауран. Прекрасно сохранившееся в археологическом понимании ранее средневековое городище и поныне среди бескрайней степи, где на десятки километров в округе нет ни одной возвышенности, сохранились фортификационные сооружения, саманы и пахсовые крепостные стены, останки рва. Городище Сауран – это даже сейчас кольцо оплывших глиняных стен, высотой с добрый десяток метров. Городище – это гигантское поле работы для ученых-археологов и великолепный объект фото- и видеосъемки для любителей экзотики. Ведь внутри крепостных стен – фундаменты древних зданий, останки жилых строений, разноцветная керамика разных правителей и эпох, наглядно иллюстрирующая время жизни древнего Саурана. Ценность поселения Сауран еще и в том, что он находится в относительной близости от Туркестана, в каких-то 40 километрах. Главная причина исчезновение этих городов – это исчезновение Великого Шелкового Пути. Исчез Великий Шелковый Путь, эти города потеряли основной источник своего процветания. Здесь в городе шла большая торговля, здесь был мощнейший караван-сарай. Это северный морской путь, который шел в север по Сырдарье ниже. Там доходил до Сыганака, дальше Джен, огибал Аральское море, Каспийское море с севера, выходил на Крым. Там грузились на корабли и уходили в Венецию. Для своего времени Сауран был достаточно прогрессивным городом с хорошо продуманной ирригационной системой и водоснабжением. Однако предположительно в 18 веке город был окончательно покинут людьми. Главная причина оставления поселения – джунгарское нашествие. Масштабы древнего городища очень впечатляют, исторический объект очень интересный. И думаю, для каждого гражданина нашей страны и для туристов из других стран это будет очень интересным историческим объектом.
Нужно здесь, я думаю, побывать каждому. Туризм сюда пойдет. Мы не так давно побывали в Туркестане с группой туристов из Турции. Они тоже были очень впечатлены. И думаю, что мы с помощью вот компании «Жанаталап» будем продолжать и развивать эти наши отношения. И я думаю, что здесь огромный туристический потенциал. Следующим объектом инфотура стала столица суфизма в Центральной Азии – Древний Туркестан. Известность городу с тысячелетней историей принес почитаемый в исламском мире суфий поэт, которому посвящен один из самых знаменитых памятников истории – мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи, некогда возведенный по приказу самого эмира Тимура. Это уникальный архитектурный комплекс, состоящий из множества элементов, ежегодно привлекает десятки тысяч туристов. Мусульманская община и Казахстана, и других среднеазиатских стран это место почитается как святыня. Среди неортодоксальных мусульман существовало поверье, что трехкратное посещение мавзолея считается малым хаджем и приравнивалось к паломничеству в Мекку. К слову, комплекс впечатлил иностранных гостей. Нам очень понравился. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с представителями вашего региона и верю, что в будущем сюда будут приезжать больше иностранных гостей. Самое главное, в Казахстане я как турист чувствую себя защищенной. Для европейцев это главная отличительная черта. Миссия нашего совместного инфотура заключается в соединении Туркестанской области, Жамбылской области с Таласким регионом Кыргызстана и выдать новый продукт, переходящий международные границы, вот, что будет очень интересно для европейских путешественников. Наверное. Участники инфотура остались довольны поездкой. Гости выразили благодарность компании «Жанаталап» и заявили, что сделают все возможное для дальнейшего сотрудничества и продвижения Казахстана как страны с уникальными историческими и природными памятниками, представляющими огромный интерес для посещения туристами.